Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на канале InstaForex TV. В студии я, Тахмина Соломова. Вы смотрите еженедельную программу «Телемост», в рамках которой мы вместе с экспертом технического анализа группы компании InstaForex Владиславом Тюхменевым рассмотрим текущее положение котировок торговых инструментов, а также попытаемся спрогнозировать их дальнейшее движение. В центре внимания на этой торговой неделе были валюты убежища, которые пользовались спросом на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Так, к примеру, пара доллар США и иена сохранила нисходящий тренд. Продолжит ли валюта Тихой гавани расти против доллара США, нам расскажет аналитик. Владислав, здравствуйте. По вашему мнению, как в дальнейшем обстоят дела по паре доллар США и иена? А что вы можете сказать насчет высокорисковых активов, таких как австралийский доллар? На данный момент заметно, как график пытается пробить нижнюю границу торгового диапазона. Стоит отметить, что новозеландский доллар на протяжении всей торговой недели даже не предпринял попытку оказать сопротивление доллару США. Что вы можете сказать о будущем паре новозеландский доллар против доллара США? Владислав, мы благодарим вас за торговые рекомендации. До скорой встречи. Вы смотрели программу «Телемост» на канале InstaForex TV. С вами были мы, Тахмина Соломова, и аналитик официального представительства группы компаний InstaForex в Москве Владислав Тюхменев. Желаем прибыльных торгов. До скорой встречи.